Дима, я опять в машине, слушайте. Как вот поступить в такую ситуацию? Вот смотрите, я стала говорить в самом начале потенциал. Вот что Бог, он в самом начале вот сегодняшнего дня. Я понятия не имела, что вот будет. Бог знает, у меня полное доверие вот к Богу. И смотрите, в общем, у меня Даниил, разочарование, он не прошел, вот его не взяли в такую, в более взрослую команду. Вот, я не стала ничего, значит, прихожу я к нему, зашла сейчас в комнату и говорю сразу, что как я поступила, потому что, мне хочется его утешить. И каким образом утешить, вот как подействовала. Я так захожу и говорю: Даниил, они что, слепые, как они могли не увидеть твоего потенциала? Он такой: мама, не действует твоя помощь таким образом. Я сразу: а как действует? Я говорю: хочешь, я тебе что-то куплю? Там попить или поесть? Он такой: да. И такая сразу улыбка. Я говорю: что хочешь? Он такой: Макдоналдс. Я говорю: что ты хочешь? Он: Биг Мак Мил. И я говорю: а что пить хочешь? Доктор Пеппер. Доктор, представляете, доктор. А Пеппер вообще это перец. Вы представляете, горький, вот. Доктор, горький доктор. А меня же тут все горькие называют. Пресвятая Богородица горькая. В общем, я ему ничего не говорю. Я постоянно ему говорила там за доктора. Это я потом ему скажу. Вот именно. Пеппер, вот удивительно, что у Дженнифер, у нее доктор Пеппер. Вот, я ненавижу этот доктор Пеппер. Просто терпеть не могу. А этот... Так, уступила, сейчас я еду в Макдоналдс, сейчас ему куплю покушать. Вот что мамочка может что-то вкусненькое приготовить, а у меня дети любят, чтобы они хотят в Макдоналдс. О, Макдоналдс, Хаде Фармд, и-я-я-йо, вот. Все это не даром, вот, ему хочется это, я ему сейчас куплю покушать, это будет мне там, я не знаю, 11-12 долларов, но сыночке будет приятно, вот, поэтому я, мамы, папы, вы знаете, что поможет вашим детям, успокойте их, вот, спросите, и смотрите, он мне четко сказал: мама, это не действует, вот там, как бы я стала наезжать на тех, вот как они не увидели твоего потенциала, он такой: мама, это не действует, а я говорю: а что действует? Вот, а покушать действует, а что вот именно конкретно, вот не то, что там, я же не говорю, там, полезно, не полезно, это никаких лекций, ребята, никаких лекций, а я помолилась, у вас есть Библия, вот я купила, у меня по Библии, значит, святые говорят, даже вот если это яд, вы помолитесь, Господь все разберется. Неудобно одной рукой. Господь все разберет и все поможет. Поэтому если я возьму даже Макдональдс, я помолюсь. Но! У меня, наверное, телефон отключится, потому что там, наверное, 1%. Сейчас буду заказывать в Макдональдс. Сейчас послушаем, услышат ли они меня. Так интересно, поймут ли они меня. У них вечно с моим акцентом проблемы. Ладно, я пока прервусь. В общем, я куплю Макдональдс ему. И прежде чем дать ему в руки, я помолюсь: Господи, благослови, освети эту еду. Поняли? Вот, вы же мамы, если оно ребенка раздражает или подростка, вы когда готовите, помолитесь, скажите, перекрестите еду. И все, освети, Бог осветит. Бог даже этот вот яд возьмет, и все пойдет вам на пользу. Только после молитвы. Так своим примером показывайте. Вот. И потом, когда хорошее настроение у ребенка, он же подросток, ему 13 лет. Представляете, у него новая школа, новые эти вот. А он самый младший, он будет в группе, в классе самый младший, потому что он 22 августа. Сегодня вот только что пришла одна из футболок, я еще даже не смотрела. Вот, у него во вторник день рождения, ему только 14 лет, а он уже в огромной академии его перевели. И вообще это, ребята, это такая нагрузка, так что все хорошо, все хорошо. Если вот дьявол одну дверь закроет,
Значит, Господь другие откроет. Значит, be patient, be patient, be patient, будьте терпеливы. Вот, будьте терпеливы. Patient – это пациент. Будьте пациентами Господа. Вот так вот доверяйте Господу. Господу. А я недавно ставила видео «Вопросы-ответы дочери о моей и моей». И она меня спросила, какой ее любимый напиток. И я говорю, доктор Пеппер. Пеппер – это перец. И доктор перец, представляете? Да, вот такой пеппер. На полном серьезе, это на английском. А пеппермент – это уже мята. Вот pepper и mint – это уже мята. Вы знаете, вроде был перец, а стала мята. Вот такая вот успокоительная. Вот. Вот так вот.